Все, вот и красненькая смородина тоже уже поспела. Набрала себе, конечно же, ирги, пока она есть, и красная смородина. Хоть я ее не очень люблю, поэтому я ее чуть-чуть прям решила сейчас посидеть, покушать. Привет, привет всем. У нас сегодня, можно сказать так, была веселенькая ночка. Веселенькая от того, что я не берусь кого-то судить. Совершенно. У нас соседи отмечали какой-то праздник, и они, конечно же, выпили, сделали себе шашлыков, пожарили и начали запускать салют. Но запускали так, что соседи чуть не сгорели. Попала? Вы дебилы, что ли? Смотри. Ух, ё-моё. Так как было темно, соответственно, ничего не видно, но было слышно. Было слышно, тут сбежали все соседи, какие только были. Я тоже посмотрю. Так, у нас сегодня соседи бухают. У нее загорелся двор. Короче. Они вот так вот, блядь, сгоришь, блядь, не заметишь. Суки недоделанные. Сейчас я расскажу. Ворота открыли, блядь, сказал. Офигеть он сильный. Офигеть. Ой, он им ворота помял. Офигеть. Ты понимаешь, что у нас? Короче, у нас у соседей праздник. Они отдыхали, у них была музыка, кричала, ели шашлыки, отдыхали. И начали, ну, видать, перепили немножко. Начали салют пускать. И пускали. В соседний дом. Да, в соседний дом, у них трава загорелась. И даже к нам немножко, по-моему, да, прям чиркнуло. Да. Она, короче, они пуляли здесь салют в разные стороны. Мама, конечно же, начались разборки. Вызвали полицию. Приехало два наряда полицейских, две машины. Тут сначала чуть не подрались. Напали. Хорошо, что мы сняли. Покажи, покажи видео. Так, соседи вызвали полицию. И смотрите, сейчас тут будет разборка. Жалко, что ничего не видно, блин. К нам в дом зашел без разрешения. Давайте, пожалуйста, успокоимся, граждане. Да, 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 давайте успокоимся. Женщина, которая распалы меня. Это не беспредел. Зимой вообще не было зимой. Да, ну хотя бы это зимой, слава богу. Короче, у нас тут жалко, что видео не сделаешь ночное. Я тут пытаюсь сделать, но не получается. Тут уже все соседи собрались. Короче, тетя Валя со всех, короче, домов. Тут целая куча народу стоят тут уже. И все перед нашими окнами. Не, мама не смогла не влезть. Влезла. Зачем? Я бы и за бабушку. Уже вроде все более-менее стихло. Ну, в итоге все разошлись полюбовно. Одни запустили салют, чуть не спалили дачи, а вторые
те, кому чуть не спалили, пришли и поломали забор. Вот. Выпустили пар, и все улеглось. Только вроде бы все затихло, как соседи через дорогу. У них почему-то где-то с часу ночи три раза начала срабатывать сигнализация в доме. Именно не машинная сигнализация, но я-то знаю, как машинная сигнализация работает, а именно такая вот сигнализация в доме. Вот. Ну и потом началась там громкая музыка, крики, вопли. Тоже, видимо, что-то праздновали, но до салюта не дошло, конечно. Туда пришли соседи, тоже начали там орать, крики, вопли начались. Не знаю, до драки дошло или нет, потому что это было чуть подальше, это через дорогу. Здесь-то прям все перед нашими окнами стояли, а то было там. Но тоже я слышала и видела, приехали машины полицейские, машины, и тоже были разборки. Сегодня улеглось все где-то часа в три ночи. Все поутихали, музыку повыключали, и вроде бы все рассосалось. Не знаю, как и что там, чем там кончилось, но, слава богу, у нас вроде как более-менее все помирились. Ну, опять же, как помирились? Заявление не писали.